Всем привет, меня зовут Алексей, в моих руках классическая гитара DeMarco A39. Эта гитара сделана в полноформатном корпусе в размере 4 четверти. Верхняя дека сделана из ели, обечайки и нижняя дека из агатиса, гриф махагоновый с накладкой из палисандра. По колкам все стандартно, колки винтажные, открытого типа, 3 в ряд, очень мягкие, отзывчивые, поэтому гитару настроить вам труда не составит. Корпус гитары покрыт глянцевым лаком, все светится, сияет, выглядит красиво. И не могу не отметить, узор вокруг розетки тоже очень классно вписывается в дизайн гитары. Давайте послушаем, как она звучит. Хорошая гитара, классно выглядит, очень тепло, мягко и объемно звучит и отлично подойдет, если ты ищешь для себя первую классическую гитару. Выбирайте гитары правильно. Всем пока!